тут, короче, хуя тихо. Где-то прям тут катается, а тут колесочку можно выбить. Сейчас. Прямо здесь. Идем посмотрим. ФТ-2 иду, я Зорг Шайтан, все остальные на ФТ-1. Броня, у тебя ведь, ты не выкидывал дальнюю свою? Выкидывал в этом. Те, кто выкинули дальнюю, идите ее выходить, пока просто заберите, чтобы она была в... Если со мной будет какая-то связь, либо со мной что-то случится, чтобы лучше. Так, пойдем дальше, что надо. СБ, поставь тут метку. Поставлю. Так, все, у тебя три мины нужно вставить. Шайтан, Зорг, пошлите пешком. Спешлс. В севере танк вижу, это наш? Нет, километре от нас танк едет к вам. Кто там, поле? К вам едет с запада. Да. Танк не вижу, видел. Едет на восток. Сейчас ищу этот танк. Заворачивает юго-восток вдоль какой-то дороги с деревянными заборами. Все, скрылся, не вижу его. Походу вот тут танк в городу где-то подъезжал он, что ли. На метке. Он скрылся за зеленкой и уезжал вот туда за город куда-то. Вижу танк. С востока от города. Сейчас дам метку. Где-то вот тут, что ли? Я еду. Это бэха, может быть, что-то не танк. Нет, это танк, вот тут, походу. Там какая-то маленькая территория с сеткой рабицы с забором. Точная метка на танк, точная.
танк поехал куда-то. Слышу его, да, он на север катается. Да. Плюс, плюс. Восток уехал. Шатер Макс. Не Восток вижу. Уехал. Я слушаю. Там едет КамАЗ. На моей метке танк едет КамАЗ. Едет на юг от моей метки. Заворачивает восточнее, в лесок. К вам, по сути. Дал метку КамАЗ. Я не слышу. А, нет, дальше там поехал снова, по полю. Танк 340, у тебя. Попадание. Танк ебали? Да, по танку они дали. Давайте еще одну, последнюю. И все, отвел. Два бра, еще вертолет и самолет возьмите. У нас шайтан, если он с РПГ будет сбивать. Это мой. Танк туда же выкатился, где вы его подбили, он туда выкатился. Не, он не горит, он катается там на месте. Так, пошел ПТУР. Второе попадание. Вышел пех, убегает на восток. Трах его. Да там больше километр. Зашел в сарайчик, заходит пех, слышите? Если вам видно сарайчик... КамАЗ, КамАЗ. КамАЗ уехал, моя метка далеко на восток. Пек зашел в гараж. Не вхожу с севернее, в Благорусло вообще никак. Все нормально, все нормально. Сидим. Шайтан, сейчас пек где? Контакт в упоре. С контакта. КВ2 РМ. Всем РМ, КВ2. КВ2. Все накрутим быстро. Проверка. Они сейчас... Как тебе объяснить? Они сейчас контролируют все процессы. Происходящие. Кирюха, Рильба, Пеха, который на севере ходил, не видели? Да мы не увидим. Ага. А он не, а он. Да. Чего у тебя там в городе происходит? Труба какая-то. По зданию. А ты прям на высочке? Я ушел, да. Вообще, да. Тягивайся тут. Ты бежишь просто, да? Даже да. Все, верьте. Да. Че, все спокойно? Пока да. Они как будто западнее города начали обходить. А, они южнее идут. Через Шамань. Что там на севере, их не видишь? Я посмотрю.
Обзор есть, но там никто не шарится. Тронь. Мне кажется, или движок на горой? Вертушка, возможно. Нет? Или что-то другое? Бляхсы, короче. Не знаю. Теперь вернусь. Шайтан живой? Все, короче, мы с Яблом. Мы не пойдем через Юб, пойдем с Яблом. Не на стак, пойдем через Юб, через промку все. Попробуйте только это, смотрите, все, кто... Я зеленая пост... Слушай, ну мы с Рони, наверное, уже здесь остаемся. И вы там, да? Вы там оставайтесь. А мы четвером пойдем. Уже идем, поставим? Да, уже идем. Ну, они уже... Ой, блядь, Мишка летит, сука, над кромкой, прям на 270. Да, ебать, нет, низко. Где? А, смотри, помнишь, ты как выдал на вышке деревянной? Там, где вышка деревянная, он прям над ней летает. 500 метров высота. Ура, вообще, ебать, ура, сюда, везде. А, пиздец, чел. Азимут. 280 от меня. 280. Кирвасу, да. Дурак. Ко мне можно подойти, подъехать 280. Да, вижу. Это пиздец. Тихо. Рикоти. Летаю чуть западнее. Не видно теперь за елками. Да, тут сейчас будет видно. Напихнет, да. Прям дорогу выкатитесь сюда, прям, наверное. Вы более нормально прошли? Я нормально прошел. Тут просто деревья плюс заборчик. За них просто идешь и все. На мою синюю нужно приехать. Если... Ну пока не видно ее. Вот эти елки прямо над елками было. Самолет. Ебать, самолет! 200 метров подо мной нахуй! Сбивай его нахуй! Он полетел в сторону. 270! Сбивай 70! Все, погоди, тут еще за домом, все за домом не видно. Ебать, его с бабуком стих. Да, ебать. С вами останусь. Я видел, стой. Пизда ей. На нахуй, двоечники ебаные, блять. Все? Да. Тут Мишку ебать. Блин, за пиздец. Шики, а через нас никто не пошел? Все, я ушел, лет. Все, пойдем, парень, давайте идемте. Там уже триггер поджимает. Что за другой бэк, блядь? Так как мы поедем? Просто сейчас на другом конце карты. Вот, нам тяжеловато. Вижу, бэху стоит прям в поле. А на юге. Да, тоже вижу, бэху на юге стоит прям в поле. Да. Штрам, поставь минутку, пожалуйста, я бегу. Ща. Метка с цифрками. Метка 2, 4. Короче, Макс, ты можешь на самом деле к нам мосту заехать? И пехота от нее там ходит в дымах прям. Много пехот. Да, там. Раз, два, три, четыре, пять, пять. Можем проехать север. Подходишь. По кому? Кто это? Я. Добра. Ебать тебя, меня испугал на... Шайтан, где твой выстрел слышал? Я. Одна такая бомбашка стоит. Ё, блядь, обосрался. Там две бахи стоит, слышишь? Макс, ты вот. Нам на высоту реально тебе... Правая часть дымов и левая часть дымов бэха. Шайтан. Я знаю, больше километр. Бля. Че у меня подавление рабочее? Там, скажи, откуда видно? С моей метки. Я как-то прям к ней. Там поле, куда ты к ней идешь? Убивать. Ты поставь другую метку через линейку, проверь.
А они даже не будут сюда смотреть, смыслом сюда смотреть. Их очень много с этого, ты там, блин, всех убьешь. Да у меня... Нет, уже ты выключил, ты теперь не валяться, ты убил? Нет. Там одна вдалеке на юге стоит. Она возвращается к ней, еще одна, третья едет к ней. Ща, 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 я приеду, модуль поубиваюсь, ебусь. Вот, Макс, ты можешь реально проехать прямо через нас? Нет, нет. А если с пулемета туда кинуть, что это? Не надо. Вторая бэха к ней же подъезжает в кучку. Ну надо близко подойти, да, и да, потом это разъебать. Может даже нам подойти еще с собой. А вот в поле, которое стоит дальше от всех, она выбит? Нет, это все не выбитые бэхи. Я думаю. Как подъедешь, 150, 140, 130, 120, 110 уже где-то. Близко? Нет. Бэха стоит тут и там. Километр. С тобой нашел? 140 стоит. Я вижу, 140 едет. Блин, тут далеко. Стоит жопой к нам. Потихоньку ты бежишь. Сказать тебе дальность. Поставь мне. Я вижу 2 км. Шайтан. Мне друзья, поставь, мы к тебе подъедем. Километр ровно. На 140 там, ровно где километр. Ты, где ты метку поставь на себя? Да я прям перед вами, блин, лежу. Я поставил метку вам, смотрите, ориентир заборчики прямо посреди поля стоит. Азимут 140 километр. Заборы деревянные посреди поля. Слева от деревянной вышки охотничьей посреди поля. И еще одна стоит дальше, правее. Там бэк, да, и дальше остальные еще. Не поняли, остальные не поняли, блин. Вот от нее дальше и правее. Там еще одна есть. Две там стоит, две. Или две даже там. А я пехота перед ними, смотри, я это сделаю. Сделаешь, конечно. Кир, выбьешь свою бэху? Она уезжает. По таймингу, блять, на восток. Охуеть, въехала. Все, уебывайте. Триган надо не выйти. На юге еще где бэха на востоке? Что еще раз? На востоке бэха где? Въехала. А, сейчас попробую дать. Бил бехов на дороге были. Ты не выйдешь, Макс, тебе нужно переехать. Бэха от нас на востоке, от моей метки. Дал метку. Бил бехов. На моей. В упоре, да, у тебя? Нет. Ну да, можно сказать. Переехать куда? 150 просто едет, 150 просто едет. Ты меня увидишь, я скажу. Блять, вижу бэху. Где? Сейчас убегу, подожди. На востоке стоит далеко. Ты можешь прям ко мне. Где-то вот там, походу. Синенько. Не-не-не. О, я вижу ее, блядь, Макс, едь просто вперед. Что просто я вижу, вперед. Аккуратно. 250 метров до нее, 250 метров. Просто вперед, ровно восток. Стоит, блядь, смотрит на нас, блядь, Макс. А что там можно отрезать? Всем пока, парни. Лучше 250, наверное. Но повыше в башню здесь. Видишь ее? Не-не. Че там? СВД. Здесь не рядом бег. Лучше не бегай. Вот бэха выбил, которая боком стоит. Вот здесь. С отбой на юге. У нас упали. Погодите. 150 стоит. Вот. Я понял. Я не могу разорваться. Да, точно. Стой. Мы по другой работаем. Кирф. Подожди. Да. У нас пехи на юге в русле реки пикают головой. Понял. Сорта туда. Правее еще. Еще правее. Выходи.
где я еще прям? Метка моя. Правее от выбитой бэхи. Только что выбитый? Не-не-не, да-да, только что выбитая справа. Там она стоит, да, просто? Да-да-да-да. Я по Нептурам попал уже. 140. Нет, ты, другая. Она башней крутится, дверцей. Я что-то нашел вниз. В город уйду и просто там спешу. Там бэхи еще. Там стоит жопа, это... Сэдбу, одна бэха с юга хочет тебя, походу, пикнуть, слышишь? Она выезжает на прострел. От вас это юг примерно. Метка Кирова где-то там. Слушай, а нет еще бэха каких-нибудь, которые можно полутать? На моей метке, если вы выбили, то она... Да, она не... Да, стоит передо мной бэха. Сейчас дам точно. Перед тобой стоит, она живая? Да, вот живая, моя метка точная стоит. У меня нет быка. У меня 7 зубров. Если только я ваншоты, блядь, она там. Броня, где твоя бэха стояла, та, которая стоит на краю? Точная метка моя синяя. Я не вижу. Я ей покажи еще одну. Вот. Все, я не вижу. Блять, перелет. Она мой лес прошивает. Была там, я убежал. Наших выбили, да? Да, да. КВшку сдвиг сделаем. Сдвиг КВ, следующее. Чуть попозже. Я у тебя рядом, лучше сделай. Возле русла залутал трубу? Да, в русле там своя получал. Бля, а у тебя семерка, да? Нет, у меня наша труба. Дал одну бэху, которая у меня стоит, ей похуй. Эх, семерку бы найти. Столько выстрелов. Рик, ты жив? Да, ты ближайшего бэха попадал, да, к нам? Попадал, который стоит в лесу. Что-то они шевелятся, просто гудит.
Проверка КВМ. Обновите метки, пожалуйста. Замок потеряли, да? Есть шины, нет? Или замки есть свои? Замки есть свои, его пушат с первого входа сейчас. Первый это который? Север. Понял.
Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.